Всем привет, дорогие друзья! В преддверии праздника 8 марта мы решили сделать ромашку из бумаги. Для этого нам понадобится один лист А4. Из него вырезаем два квадрата 10 на 10. Мне нужен, конечно, специалист. В роли специалиста у нас Геннадий, как всегда. Из желтой бумаги вырезаем квадрат 4 на 4 сантиметра. И зеленый вырезаем полосу длиной 20 сантиметров и шириной 4 сантиметра. Это будет стебель цветка. Вот такие заготовки должны у вас получиться. Ну а дальше внимательно наблюдайте.
Такой получился у нас замечательный цветок, который подойдет для подарка на 8 марта. Кому понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания, друзья. Удачи вам во всех делах.